Березняковского стрелка отправят на лечение. Мужчина, открывший стрельбу по прохожим, признан психически невменяемым. Наводнение в Абрамово. Из-за порыва трубы затопило 4 дома. Губернатор не прислушался к мнению населения. Краевые власти решили добиваться перевода стрелок на час назад. Это новости на ТНТ, в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Березняковского стрелка, убившего прохожего, будут лечить. Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Андрея Носкова. Он признан психически неуравновешенным. Напомню, громкое убийство произошло 28 мая прошлого года на улице Свердлова. Носков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил 3 раза из охотничьего ружья из окна собственной квартиры в 34-летнего прохожего. От полученных ранений тот скончался до приезда скорой помощи. Стрелок был задержан на месте преступления. По заключению судебно-медицинской экспертизы, Носков страдает хроническим расстройством психики и нуждается в принудительном лечении. На вопрос, для чего это было сделано, значит, гражданин пояснил, что в последнее время его кто-то преследует, и вот в целях самообороны он принял такие меры. На вопрос, почему открыл стрельбу именно в этого мужчину и знаком ли он был с ними ранее, значит, Носков пояснил, что с данным человеком никогда не был знаком, просто в тот момент его охватил приступ ярости, и он посчитал, что именно это тот человек, который его преследовал в последнее время. Если суд действительно признает Носкова невменяемым, то в отношении него будут применены меры медицинского характера. То есть он будет помещен в закрытый стационар под постоянным наблюдением. Судебный сериал «Третья серия». В городском суде продолжается рассмотрение ходатайства Марии Алехины. Напомню, участница группы «Пусси Райт», отбывающая наказание в Березняковской колонии номер 28, просит отменить взыскания, полученные от администрации исправительного учреждения. Сама осужденная участвует в процессе с помощью видеосвязи прямо из колонии. Мария Алехина просит признать незаконными 4 из 6 дисциплинарных взысканий. Из них 2 за поздний подъем, кроме того, за отказ давать показания против себя самой, а также за попытку передать письмо без разрешения. Прокурорская проверка признала все взыскания законными и обоснованными. Судебное разбирательство длится уже 3-й день. Сегодня решение тоже не было вынесено. Потоп по Березняковски. Вчера вечером в Абрамово прорвало водопроводную трубу. Поток воды затопил 4 дома. Подробности у Натальи Луначевой. Летом у каждого личный каток и личный бассейн. Летом она уходит в землю, а сейчас все замерзло. В дом семьи Некрасовых вода начала прибывать около 7 часов вечера. Поток был такой сильный, что за несколько минут затопило гараж, подвал и жилое помещение. В отчаянии люди начали звонить в аварийную службу. Затопило полностью мой дом. Дом понес значительный ущерб. Вызов аварийной службы состоялся 19:32. Принят сигнал, принята заявка. Сказано, приедет через 8:30. Почему? Возникает вопрос, почему аварийная ситуация? Бригада выйдет, приедет только 8:30. На что было отвечено, что бригада пересменку проходит. Но бригада с утра заступила, ее обязанность работать до 8 часов, до 20:00. Она по вызову должна немедленно выезжать на аварийные ситуации. Сражаться с нахлынувшей стихией людям пришлось своими силами. Лопатами и ведрами они вычерпывали воду, которая продолжала прибывать. От внезапно нахлынувших потоков пострадали и соседние дома. У нас затопило дома, весь затопило. Дом, у меня гараж затопило. Вот так вот. Но она вчера из-за сугробов, видать, не смогла пройти. Она в мою сторону побежала. По гараж затопило там. Яму. Все сюда выход ушло, все убежало как бы. У меня сейчас яма, бассейн полный там. Трубу прорвало как раз под домом Виталия Шипицына. Затем вода потекла к соседям напротив и вниз по улице, залив еще 2 дома. Аварийная бригада прибыла на место только спустя 1 час с момента порыва. Воду перекрыли через 2 часа. От такой нерасторопности рабочих жильцы просто недоумевали. А слесарям все как с гуся вода. Почему так долго бригада ехала? Да. Мы же не сидим в машине возле телефона, возле уха. Как вы это представляете? Нет, у людей такой сильный поток. Ну и что? Случись какая аварийная ситуация, сколько мы должны ждать и что за это время может случиться в нашем городе? Почему невыполнение своих обязанностей происходит на данной службе? Ну что, будем обращаться дальше в суд? В компании «Новогорприками» пообщаться на камеру отказались. По телефону представители организации назвали происшествие в Абрамово рядовой утечкой и обещали провести ремонтные работы в течение сегодняшнего дня. Наталья Луначева, Степан Некрасов, новости на ТНТ.
Сегодня днем было затруднено движение транспорта на участке проспекта Ленина. Из-за аварии была перекрыта одна из полос. Столкнулись две иномарки – легковая «Ауди» и внедорожник «Форд». Я ехал со стороны дома учителя. А «Форд» выезжал здесь, поворачивал, перекрыл дорогу. Поворачивал в сторону дома учителя. Вот. А то есть, получается, он вам не уступил, да? Да. Водители не пострадали. Из-за ДТП почти на полчаса остановилось движение троллейбуса в сторону Юбилейной. Поток другого транспорта регулировали два дорожных инспектора из Соликамска. Они приехали на обед в Березники и, увидев аварию, решили сами ее зарегистрировать, не дожидаясь местных коллег. Антинаркотический портал. Сегодня чиновники презентовали сайт «Березники без наркотиков». И хотя называется он так же, как и известная в городе общественная организация, уже много лет противостоящая росту наркомании, ее участников к разработке сайта не привлекли. Сами активисты сомневаются в том, что этот интернет-портал будет реально приносить какую-то пользу. Репортаж Евгении Кокшаровой. Что делать, если в соседней квартире наркопритон? Как узнать, употребляет ли ребенок наркотики? Чем занять свое чадо в свободное от школы время? Найти ответы на эти вопросы поможет сайт narkostop.info. На нем березниковцы также смогут получить консультации специалистов. Многие из них участвовали в создании антинаркотического интернет-портала «Березники без наркотиков». Это были специалисты КДН, комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты здравоохранения, наркологии, а также очень широкая педагогическая общественность, специалисты культуры, специалисты спорта, которые информировали нас об учреждении досуга для детей. На разработку этого сайта из городской казны потрачено 50 тысяч рублей. Он создан в рамках городской целевой программы «Рывок из Зазеркалья» по инициативе депутатов городской думы. Однако много вопросов к разработчикам у них вызвало оформление. Вот такая картинка с целующейся рядом с грибами и ангелочками парочкой. Здесь же лозунг «Живи свободно». Да и по поводу содержания этого интернет-ресурса депутаты и педагоги внесли массу предложений. Например, сделать для родителей более подробные описание наркотических веществ, а для подростков выкладывать видео с рок-фестиваля. Да, есть недоработки, их нужно доработать, нужно дополнить какой-то информацией. Я думаю, в короткие сроки это будет сделано, сайт заработает и все. Это известный в Березниках общественник Юрий Волосных. Он уже 2 года борется с пагубной страстью и является сокоординатором общественной организации с таким же названием «Березники без наркотиков». К новому антинаркотическому интернет-порталу Юрий относится скептически. Нужен ли он вообще, вот этот сайт березниковский, до нашего города? Потому что вот мы посмотрим, что существует очень много федеральных, существуют краевые порталы, где от и до расписано, как бороться с наркотиками. Я считаю, что это просто или для галочки создано, или, скажем, даже еще грубее, наверное, для того, чтобы просто создать проект, куда можно влить бюджетные деньги. Оценить, стоило ли тратить бюджетные деньги на этот сайт, пользователи могут уже сейчас. Адрес ресурса указан на экране. Евгения Кокшарова, Максим Колчанов, новости на ТНТ. Губернатор не прислушался к мнению населения. Краевые власти решили добиваться перевода стрелок на час назад. В Перми прошел круглый стол, на котором заслушали мнение экспертов, взвесили все «за» и «против». В результате принято решение подготовить предложение правительству России о переводе нашего региона на 1 час ближе к Москве. Напомню, в своем интернет-блоге Виктор Басаргин устроил опрос на тему, стоит ли менять часовой пояс в Пермском крае. В голосовании приняли участие около 800 человек. Большинство, 70%, поддержали вариант оставить все как есть. Сам губернатор заверил пермяков, что результаты этого опроса станут основополагающими при принятии окончательного решения. Но, видимо, интернет-сообщество не убедило Виктора Басаргина. Теперь решение, принятое на круглом столе, будет вынесено на обсуждение депутатов Заксобрания. Если народные избранники одобрят проект перевода стрелок часов на час ближе к Москве, то его поддержит и губернатор. Затем предложение направят в правительство России, которое решит, стоит или нет создавать специально для Перми новый часовой пояс. В Березники вернулись призеры чемпионата Европы по зимнему триатлону. Как мы уже сообщали, 3 наших спортсменов завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль. Соревнования проходили в эстонском городе Тарту. Зимний триатлон – это комбинация из бега, велогонки и лыжной гонки, преодолеваемых в непрерывной последовательности по заснеженным трассам. Общая дистанция – около 30 километров.
В этом чемпионате Европы приняли участие 3 атлеты из 12 стран – Франции, Норвегии, Германии, Италии, Словакии и других. Несмотря на сильную конкуренцию, березняковские спортсмены завоевали сразу 3 медали. Андрей Мишанин показал лучший результат в группе участников до 35 лет. Его брат Сергей стал победителем в группе до 45 лет. Еще один березняковец Евгений Буторин занял 2-е место среди спортсменов до 35 лет. Хорошо, хорошо пробежались. Финиш буквально в нескольких секунд всей тройки. То есть Андрей, Сергей, ну и я, соответственно. Финиш был очень жесткий. Пытались обогнать местного товарища, эстонец. Но нам это удалось, чтобы заехать на финиш чисто нашей тройкой. В Березняках прошли соревнования по лыжным гонкам. За здоровьем на лыжню вышли почти 100 участников. Затем, как они покоряли трассу, наблюдала Наталья Луначева. Традиционная разминка перед стартом. Главное, говорят спортсмены, чтобы достойно выступить на соревнованиях, нужно быть в хорошем расположении духа. На третий этап Кубка города в Новожилово съехался 91 участник. Этап Кубка города, чем он интересен? То есть там каждый этап мы подводим итоги с учетом возрастного коэффициента. То есть может победить у нас в соревнованиях и как молодой, так и пожилой житель нашего города. На сегодняшний день по двум этапам лидирует у нас Пестерева Екатерина и среди мужчин Михаил Антипин. Возраст спортсменов от 30 до 73 лет. Участники на время преодолевали дистанции в 5 и 10 километров. Лыжники признаются, что для них эти гонки в удовольствие. Бежал хорошо, подготовился, гонки хорошо, в общем, замечательно. Все прекрасно, атмосфера отличная, соперники хорошие, конкуренция хорошая, замечательно уже. Все с погоды, погода отличная, сама машина есть лыжная, снегопада нет, ветра нет, температура тоже для гонок самая оптимальная. То есть гонка сегодня, можно сказать, для удовольствия. Фу, дистанция очень хорошая, здоровье самое главное, скорость. Я желаю всем участвовать в наших соревнованиях. Чемпионат по лыжным гонкам на Кубок города завершится в апреле. Но впереди у спортсменов есть и другие серьезные соревнования. Лыжня России, которая пройдет в Березняках 10 февраля. И традиционный пробег имени Сергея Крылова. Он состоится 10 марта. Наталья Луначева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, если вы сняли на видео необычное событие или происшествие, если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших звонков по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и до скорой встречи. Сеть магазинов «Обувь Ольги» объявляет грандиозную распродажу мужской и женской зимней обуви. Скидки от 30 до 50%. Пора задуматься над покупкой кондиционера. Компания «Технология климата» начинает продажу кондиционеров по зимним ценам в рассрочку, без участия банка. Кондиционер всего за 9 тысяч рублей. Это реально. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Во вторник наш регион окажется во власти циклона, который приближается с западом. По мере его приближения на территории Пермского края атмосферное давление будет падать. Окрепнет ветер, усилится снег, местами заметут метели и температура станет расти. 5 февраля в Перми облачно, временами мокрый снег, минус 3 градуса мороза. В Александровске минус 5, облачно, снег. В Губахе облачно, временами мокрый снег и минус 3 градуса. В Кизеле облачно, временами снег, метель, минус 4. В Соликамске также облачно, временами снег, метель и те же 4 градуса мороза. В Березняках 5 февраля облачно, временами снег, метель. Температура воздуха ночью минус 7-9, днем 3-5 градусов мороза. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с порывами. Во вторник солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена центром ФОБОС. Сеть магазинов «Обувь Ольги» объявляет грандиозную распродажу мужской и женской зимней обуви. Скидки от 30 до 50%. Обувь у Ольги. Ваш правильный выбор. Цена кондиционера зимой 9 тысяч.
и беспроцентная рассрочка на 3 месяца без участия банка. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Советский проспект 2. Телефон 29 25 99.